вечно учиться. Клянемся! Быть верным идеалом кадетского братства. Клянемся! Здесь будущие следователи и военнослужащие приносят свою первую клятву. В Химках провели торжественную церемонию вступления учеников 10 и 11 классов в ряды кадетов. Ежегодно в нашем кадетском корпусе имени Александра Невского при Следственном комитете Российской Федерации проводится священная клятва кадета. Это большой праздник для нас, мы к нему готовимся, и он проходит в такой торжественной обстановке. Кирилл Левин, кадет, принес присягу в прошлом году. Тот день вспоминает как значимое событие в своей жизни. Я смотрел с первого класса на взрослых учеников и понимал, что это кадеты служат закону и борются с преступностью. И с самого первого класса я себя заставлял и принуждал идти в кадет, потому что я понимал, что это сложно, я занимался спортом. Поздравить кадетов пришли военнослужащие, сотрудники кадетского корпуса и представители администрации Химок. Вы, кадеты, являетесь продолжателями героических традиций наших предков, традиций воинов Дмитрия Донского и Александра Невского, героев Бородинской битвы и Великой Отечественной войны. Желаем вам быть достойными их памяти, любить нашу Родину и всегда быть готовыми стать на ее защиту. Торжественную часть закончили праздничным концертом. На сцене вальс «Боевые искусства», чтение стихов. Также кадетов поздравили ученики первого класса, те, кому только предстоит вступить в кадетское братство через 10 лет. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.